Живет в стране одной веселый добрый Тёма. Он грузовик и путешествует везде. Мир познавать он любит и дружить со всеми, и не откажет в беде. Он соберет, раскрасит, с вами нарисует. Он очень добрый и веселый грузовик, и приключений много разных будет. Тёма любит дружить. Привет, малыш! Сегодня мы вместе с добрым грузовичком Тёмой построим волшебную башню. Детали он уже привез в своем кузове, а поможет нам в этом бетономешалка. Здравствуй, бетономешалочка! Начнем строить. Поставим два цилиндра, синий и белый. На них сверху параллелепипед. Далее кубик, а затем две оранжевые призмы. Здорово получается! А рядом построим еще одну колонну, для того, чтобы башня была более устойчивее. Вот так. Тёма, в твоем кузове детали заканчиваются, а башня еще не достроена. Привезем еще деталей. Поехали! Вот и наши детали для башни. Погрузим их в кузов. Как же много деталей! Надо сложить их очень аккуратно, чтобы не потерять по дороге. Поехали дальше. Тёма, давай построим очень высокую башню. Используем все детали, которые есть в нашем кузове. Установим желтый параллелепипед. На него поставим два кубика, синий и зеленый. Какая высокая башня у нас получается, посмотри, Тёма. Осталось поставить еще два кубика, розовый и белый. А сверху поставим конусы, чтобы наша башня походила на настоящий замок. Мы построили из наших деталей волшебный замок. Как красиво у нас получилось! Пока-пока! До новых встреч!